Нижнем Новгороде 7.52. Все магазины закрыты. Рынок закрыт. Автобусы не ходят. Помнится, в мою бытность все начинали работать в 5 или в 6 утра. Сейчас же нет ничего. Рынок закрыт. Все работают так же, как в Польше. Ближе к 12 только появляются. За моей спиной магазин ритуальных услуг. Этот магазин вообще не должен быть закрыт. Никогда. Тут выходных не может быть. У них выходной.